недвижимости, дом в Мерсине. Зовут меня Юлия. И, как и обещали, сегодня мы вам показываем квартиру планировкой 2+1 в новом жилом комплексе, который находится в районе Арпач-Бахчис, в нашем любимом районе. У нас здесь офис, и очень много недвижимости, которую мы продали, много русскоговорящих. Немножко расскажу еще раз о нашем районе. Во-первых, у нас здесь с левой стороны, близко ко всем комплексам и к этому комплексу в том числе, большой ботанический сад, площадь которого 86 квадратных метров. Черепаший пляж, который охраняется государством, а также длинная, широкая, обустроенная набережная. Протяженность ее 15 километров. Мы обязательно выйдем и покажем вам еще раз. Потому что мэр приложил особые усилия, чтобы облагородить набережную, чтобы нам было приятно и нас радовало море и пляж. Ну а сегодня давайте посмотрим квартиру 2+1. Расскажу еще раз немножко о комплексе. Находится он в 300 метрах от набережной. Состоит из трех блоков. На каждом этаже по 6 квартир. В наличии есть квартиры 1+1 и 2+1. По поводу свободных квартир обращайтесь, пожалуйста, ко мне на WhatsApp. На территории будет большой бассейн с аквапарком, мангальная зона, детский парк, автопарк, автостоянка. На первых этажах триплексов будут магазины. Также будет огороженная территория, охрана. В общем, в этом комплексе будет все, что необходимо для вашей комфортной жизни. Ну и сейчас мы на балконе. Площадь его 15 квадратных метров. При желании его можно застеклить. Это практически отдельная комната. Ну и давайте теперь посмотрим поближе. Из балкона проходим в кухню-гостиную. Площадь ее 27 квадратных метров. Прямоугольной равной формы. Здесь у нас имеется два больших окна в пол. Одно окно выходит на балкон, и второе с французским балкончиком, который не маленький. Вы спокойно сможете мыть окна, и сюда можно поставить даже цветочки. Двойной теплопакет. То есть вы можете здесь жить и зимой, и летом. На полу ламинат, сложный потолок, имеются все подводки. Давайте посмотрим. Вот выведена телевизионная антенна, интернет, две розетки под телевизор, под роутер. Также есть подводки под батареи. И под кондиционер уже есть вывод. Выводы все на технический балкончик. То есть моторы у вас будут висеть сзади в спальне на техническом балкончике. И давайте посмотрим кухню. Она у нас в белом цвете. Настоящая мраморная столешница. Много рабочих мест. Глубокие достаточно шкафчики. Как обычно, место под холодильник, посудомоечную машинку, под тройку, вытяжку, газовую плиту и духовку. Также сюда можно поставить стиральную машинку. И еще есть место специальное, вот такой вот угловой шкафчик, куда вы можете поставить газовый баллон. Ну и, конечно же, для хозяйки очень приятная вещь — это окно около мойки с прекрасным видом на ботанический сад. Мы сейчас находимся на втором этаже, и вот такой вид у вас будет открываться с кухни. Очень светлая квартира за счет того, что много окон. Всегда у вас будет солнечно. Кстати, эта кухня-гостиная смотрит на юг, на южную и на западную сторону. А сейчас давайте посмотрим коридор. Площадь его 5 квадратных метров. На полу в зоне коридора белая плитка, сделанная под мрамор. Шкафчик в пол с зеркальными вставками. Сюда можно повесить верхнюю одежду и обувь разместить. Также какие-то вещи положить в верхние шкафчики. Здесь также будет видеодомофон. По всей квартире у нас сложный потолок. И вы можете сделать вот так же, как предлагает в шоуруме у нас застройщик.
переходим к спальным комнатам. Сразу у нас с правой стороны санузел, площадь его 4 квадратных метра. Здесь уже будет установлена душевая кабина, выполнена в сером цвете. Имеется подвесной унитаз. Также есть подводка под проточный водонагреватель. И далее проходим в детскую комнату, либо вы здесь можете сделать комнату для гостей. Площадь ее 13 квадратных метров, также она прямоугольной формы, на полу ламинат, сложный потолок. Также очень светлая и просторная комната. Здесь очень интересное окно, которое складывается вот таким вот образом. То есть здесь вы можете полностью открыть. Здесь вот замечаете, как хорошо продувается. И опять же виды на соседние комплексы, на нашу стройку, которую мы вам раньше рекламировали. И на ботанический сад, фруктовые сады. Ну и проходим сейчас в спальню родителей. Площадь ее 13,5 квадратных метров. Квартира шикарно продувается, так как смотрит как на юг, так и на север. Сейчас мы в спальне, и спальня смотрит как раз на север. Комната правильной квадратной формы. Также здесь ламинат, все подводки, подвесной потолок. Имеется большое окно в пол с выходом на технический балкончик. Площадь его 4 квадратных метра. Сюда как раз выводы кондиционеров идут, сюда вешаются моторы. Также здесь есть подводка под стиральную машинку. Вот здесь вот имеется и розетка, также имеется краник, чтобы легко было мыть балкон. Ну и с балкона шикарные виды на фруктовые сады, на горы, на частный сектор. До дороги Анталия-Мерсин буквально тут 150 метров. Также имеется совсем недалеко остановка. Совсем недалеко от комплекса имеется семейный доктор. По-нашему это районная поликлиника, куда вы можете сходить к врачу. Также там находится аптека. Совсем недалеко фермерский рынок. Ну и с другой стороны у нас набережная. Там каждый день фермеры выставляют свою продукцию. Там вы можете погулять, покушать. Есть ресторанчики. Места, где можно посидеть, плавать. Также в родительской спальне имеется отдельный санузел с душевой кабинкой. Площадь его 2 квадратных метра. Облицован серой плиточкой. Также имеется подвесной унитаз и подводка под проточный водонагреватель. Итак, подведем итог. Сегодня мы смотрели с вами шоу-рум квартиры 2+1 в новом жилом комплексе, который находится в районе Арпач-Бахшиш. Комплекс будет сдаваться в декабре 2022 года. На данный момент есть варианты квартир как 1+1, так и 2+1. За полной информацией по поводу этого комплекса обращайтесь, пожалуйста, к нам на WhatsApp. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы. И на этом мы с вами прощаемся. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не забывайте подписываться на наш канал «Дом в Мерсине». Отслеживайте нас в Instagram. Не забывайте ставить лайки, нажимать на колокольчик. И до новых встреч. Пока!